мой диагноз. Он называется диатричным дальнополазитом. В детстве я не понимал, что это такое. Жил обычно жизнью, как все маленькие ребята. Но когда я начал расти, я начал понимать, что я отличаюсь от других людей. Я не мог бегать, я не мог прыгать, я не мог даже стакан с водой пронести от места до места, потому что мне было это тяжело. Я считал себя некрасивым, считал себя не таким, как все. Это настолько разрывало мое сердце, что я даже хотел покончить с самоубийством, пока я встретился с Иисусом Христом. А он показал мне, что моя уникальность – это не проклятие, а это благословение. Через это я могу вдохновлять людей, преодолевать свои страхи. Я до сих пор преодолеваю, до сих пор работаю над собой. И даже это видео для меня тоже вызов. Сейчас я являюсь активным служителем церкви. Играю на музыкальном инструменте, веду активную социальную сеть, занимаюсь медиа. Дорогой друг, я хочу сегодня вдохновить тебя, чтобы ты не боялся, чтобы ты шел вперед и достигал своей мечты. Радуйся жизни, живи на все, что обладал. Самое главное, верь в Иисуса Христа, потому что я верю, что у Него для тебя великая судьба. Сохранил. Сохрани покой в твоем сердце. Если у меня это получается, то у тебя тоже получится. Storm passiert? Und jetzt kommt Neues mit diesem Song, ja? Der genau das Gegenteil ist. Und ist klar, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt dieser Song einfach top. Er passt auch, ja, dazu. Мир на комнате квартир замещен самым злом. Микрофон за 100 рублей, самопальная музло. Ты же вырос оттуда. Значит, повезло, расцвету пацарам мощный шипучий стол. Мютная коробка мещанского орегала. Больше миллиард не прощает. Ты дурака, типичный сюжет культуры суррогат. Душонка 50 каш. Мир hat jemand auch gesagt, dass dadurch, dass Neues so hier steht mit diesem Anzug, dass dieser Anzug auch eine Bedeutung hat. Leider habe ich mir das nicht notiert, warum dieser Anzug auch eine Bedeutung hat. Vielleicht könnt ihr...